В доме музея Ленина в экспозиции зимней кухни находится медный таз. Им пользовалась Мария Александровна Ульянова в городе Вологда, когда жила со своей дочерью Марией Ильиничной, отбывавшей ссылку. В дальнейшем таз оставался у местной жительницы Елаховской, которая передала его музею в 1930 году. В Симбирске семья Ульяновых тоже пользовалась медной посудой. Поселившись на Московской улице в своем доме с садом, в обиходе Ульяновых появляется традиция приготовления варенья из яблок, вишни и смородины. Варенье было принято варить только в медном тазу. Медь – это один из лучших проводников тепла. В процессе приготовления варенья содержимое таза прогревается равномерно, не прилипает и не пригорает. Причем его даже не нужно помешивать.